Время первых служить Отечеству. Тематическую смену движение первых торжественно открыли в детском оздоровительном лагере «Солнечный берег». Здесь собрались 250 активистов из Белгородской области. Для ребят подготовили яркую программу, это различные мастер-классы и тренинги. Смена направлена на обеспечение непрерывного образования, воспитание патриотизма у подрастающего поколения, а также развитие коммуникативных навыков у детей.